Добрый день. Сегодня у нас на повестке дня занятие на тему становления репродуктивной функции девочек. Тема эта, конечно, серьезная, но я постараюсь рассказывать так, чтобы было понятно даже самым юным зрителям. Ну, пожалуй, начнем. Достанем все необходимое и постараемся включить наше воображение. Человеческий род существует более миллиона лет, несмотря на то, что жизнь каждого конкретного человека ограничивается лишь несколькими десятилетиями. Жизнь как таковая сохраняется благодаря тому, что природой предусмотрена функция продолжения рода, функция размножения. Не очень-то увлекайтесь. Эту функцию обеспечивает одна из систем организма – репродуктивная. В нее входят наружные и внутренние половые органы и железы, вырабатывающие половые гормоны. В отличие от других систем, например, сердечно-сосудистой или пищеварительной, которые начинают полноценно функционировать с самого рождения ребенка, репродуктивная система до определенного времени работает, условно говоря, лишь частично. Половых гормонов вырабатывается ровно столько, сколько нужно для правильного формирования самих половых органов девочки или мальчика. Главную же свою функцию – зачатие новой жизни – репродуктивная система может осуществить лишь тогда, когда весь организм в целом, а не только половые органы, достигнет биологической зрелости. И костная система, и мышечная масса, и все остальные органы должны достичь определенного уровня развития и размера. Если, например, девочка имеет очень низкую массу тела, начало менструации у нее может значительно задержаться, поскольку для обмена гормонов, которые регулируют возрастной перестрой, количество жировой ткани имеет существенное значение. В центральной нервной системе есть некие биологические часы, которые примерно в 8-10 лет начинают отмеривать наступление периода полового созревания. Сначала в одном из отделов головного мозга, гипоталамусе, повышается активность нервных клеток. Они начинают вырабатывать увеличенное количество особых веществ, нейрогормонов, которые запускают цепь последовательных реакций. Под их влиянием стимулируется работа другого отдела головного мозга, гипофиза. А тот, в свою очередь, активизирует половые железы, яичники. Выработка половых гормонов постепенно нарастает. Внешне это проявляется развитием вторичных половых признаков. У девочек развиваются молочные железы, в области половых органов и под мышками появляются волосы, формируются характерные женские пропорции тела, узкая спина, широкие бедра. Наряду с этим в яичниках девушки происходят невидимые глазу, но очень важные процессы, которые постепенно приближают ее к новому жизненному этапу – появлению менструации. Именно в яичниках вырабатываются половые гормоны. И именно в яичниках созревают уникальные женские половые клетки, которые при взаимодействии с мужскими половыми клетками создают новую жизнь. Уже к моменту рождения девочки яичники содержат около 2 миллионов яйцеклеток, заключенных в микроскопические пузырьки – фолликулы. Представим себе, да вот хотя бы, огромную яблонь, на которой выросло 2 миллиона яблок. В течение первых лет жизни большинство фолликулов с яйцеклетками погибают. И к 12-13 годам их остается около 300 тысяч. В последующие 30-35 лет жизни женщины погибнет еще 99,9% яйцеклеток. А оставшиеся, это всего лишь 0,1% яйцеклеток, могут быть оплодотворены и дать начало новой жизни. Когда увеличивается выработка гормонов, в яичниках начинает активно развиваться группа фолликулов. За 8-9 дней среди них выделяется самый большой, лидирующий фолликул.
Он продолжает расти, подавляя развитие других. Именно в нем находится яйцеклетка, которой, возможно, предстоит стать источником потомства. Примерно на 14-й день происходит разрыв фолликула. Яйцеклетка освобождается из заточения и попадает в брюшную полость. Этот феномен получил название овуляция. С этого момента яйцеклетка становится доступной для оплодотворения. Чтобы яйцеклетка не затерялась, ее тут же подхватывают ворсинки одной из маточных труб. Мельчайшее сокращение стенок и движение находящихся в трубе микроворсинок обеспечивают медленное продвижение яйцеклетки по трубе. Если оплодотворение не происходит, яйцеклетка попадает в полость матки и там растворяется. В течение всех 14 дней созревания фолликула и путешествия яйцеклетки изменения происходят и в самой матке. Она тоже готовится к возможному оплодотворению. Наружный слой слизистой оболочки полости матки, эндометрий, начинает разрастаться, наполняется жидкостью и секретом специальных желез. Эта оболочка должна стать надежной периной для оплодотворенной яйцеклетки и развития зародыша. Если оплодотворение не происходит, количество гормонов резко уменьшается. Без гормональной поддержки эндометрий начинает отторгаться. Питающие его кровеносные сосуды разрываются. Кровь из полости матки попадает в шеечный канал, затем во влагалище и, наконец, вытекает наружу. Начинается менструация. Начиная с 13-14 лет, такие процессы происходят в организме девушки циклически, каждый месяц. Поэтому период с первого дня одной менструации до первого дня последующей менструации называют менструальным циклом. Его продолжительность может варьировать от 21 до 35 дней. Ну ладно, я вижу, что для начала информации предостаточно. Пожалуй, устроим перерыв.